Здравствуйте. Вот расскажу вам, как я покрасила свои досочки. Это мне надо в шкаф, полочки. У меня очень много моделей машин, и мне надо вот их установить. Вот у меня такая краска на водяной основе. Сейчас покажу, может, фирму. Но это немцы придумали. Ну, наши уже делают. Вот такая эмаль. Видно, наверное, эмаль. А вот она, эмаль лакра. Для пола написано. Ну вот. Я такой краской мажу такие досочки. Она ничем не пахнет. У меня из дома выгонят, если я буду мазать краской, которая пахнет. Но она единственная у нее, что не надо ее заливать водой. Все остальное она работает отлично. Если мыть вот пол мокрой тряпкой, такой отжатой, то все отлично блестит. Все, вот так вот такая вот краска. Супер-мупер. Я использую. Никому не даю даже красить, потому что они ничего не умеют. Сначала и никто мне не хотел помогать ни в каком ремонте дома. И теперь я вот счастливая, что я кисточка это сейчас просто под водой вымоется. И не надо никакого растворителя, ничего. Быстренько вымылся и все супер-мупер. Вот такие я полки себе сделаю в шкафу. Вот такие замечательные полки. Также я вот накрасила себе стену. И вот так вот она у меня. Наверное, не очень хорошо видно. Ну, в общем, короче, там темно, потому что вот так вот. Вот такую я не собираюсь делать никакие евро-мевро ремонты, потому что у меня и денег лишних нет, а во-вторых, это не самое главное, чтобы была чистота. А все остальное это ерунда, так пол скрипит хорошо. А все остальное ерунда. Вот такие у нас тут березы родные. Сейчас мы их покажем получше. Березы мои. Ну, где-то тут краски можно уже ходить одно. Вот такие березы у меня на стенке. Вот такая вот красотища березовая. Вот такие вот дела, ребятки. Ну, всего хорошего. До свидания. Жду вас на моем канале. Пока-пока. All the best. Bye-bye.